открыли такой ресторанчик, но у них это город. Я смотрю, там мальчик лепит роти, чапати. Вот они в тандуре. And one roti, one tandoori roti. Ага, окей. Maybe half. Я хочу просто рис. Да, вот это скорости. И вот у них эти from керамик for чай. Для Ласи у них керамические горшочки. И я так подозреваю, одноразовые. Жалко прямо, так жалко их. Горшочки жалко, что их выкидывают. Ага. Это баттермилк, да? Баттермилк. Ну, как сыворотка такая молочная. И посыпано сверху вот такими спайси. Масала. No spice, да? Угу. Смесь всяких специй. И я попросила кёр и рис. Вкусно, я такое люблю. Ничего себе заказали мы. Zero rice. Ведро принесли. Я хотела совсем чуть-чуть. Can I ask them small like this plate? Small plate. For me mix. No, take from there, clean. Хочу чистенькую взять тарелочку и делать в ней микс с кёрдом, пока не наемся. А то что-то тут совсем уже на целую свадьбу мне принесли. Я хочу... Ой, она еще перченая. Я хочу просто смешать. Вот так. Curd rice называется. И немножечко посолить. И все. Жарко же. Не хочется ничего такого, чтобы было много. Ну, кроме как у Саши попробовать. А так ничего не хочется. Наверное. Может и захочется. Я вот издалека любовалась на работу этого парня. Как он делает. Как он быстро делает. Там, угу. Вот, и даже не жадничает, что чего ты смотришь. Он говорит, иди смотри. Да. I'm from Russia. How many hours you working? Chapati. How many hours? You are tandoor? You are very hot. Very hot. Inside. Он так быстро, их быстро, yeah. Быстро. Yeah. Раз, 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 раз. No. Very good work. Very good work. Very good. I'm Joy. How he working? Yeah. Very, very good. Thank you. Hello? Где мой husband? Bye. Все, показали мне индийское представление со страстями и мордобитием и наказанием. Не нерадивого работника. Но это он для меня замедлил скорость. На самом деле он с такой скоростью их шлеп делал. Ну, начинается и торговля. Прощается со мной. Ручкой машет. Вон какая башня. Едут и все еще продолжают торговаться, слышу.
Еще не договорились. Тамарочка только что позвонила с Красноярска. Очень приятно. А мы на почте. Саша опять отправляет два конвертика с украшениями. А я вот смотрю и думаю, это очень... Мне вначале показалось тяжеловато, а сейчас думаю, это очень хороший защитный оберег, если что. Я же часто и гадаю, и все такое. Много всякой информации налетает ненужной. Черный камень и лабрадор, он защитит, чтобы на себя не словить то, куда полезло. Классная штука. Прямо магическая. Ну, пока мы по каким-то таким улочкам ездим, которые не сильно отличаются, опять же, от других мест Индии. Ну, люди более яркие. И вот в некоторых местах архитектура. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же? Что же это такое? Все носы затыкают, потому что здесь ужасно пахнет хлоркой. Ужасно. Здесь, наверное, вылили целый бетон хлорки. И вон люди в рикше затыкают носы, едут. А я очень закаленная. Что-то какой-то он грязненький город-то. Где-то я прочитала, что там он входит в какую-то сотню самых красивых городов мира. Я пока вот этого сильно не вижу. Он тоже выглядит. Здесь идет этот фильм сильный. Пола Вендерсинема. Вот name movie strong. Баубари. Ней. Вот, над всеми магазинчиками Сатурн Протекшн. Протекшн. Вот защита висит от плохой энергетики. Лимон и перчик. Вот еще, пожалуйста. Я так понимаю, количество перчиков не имеет значения. Просто при входе, как у нас семистрельную вешают, подкову вешают, еще какие-то защитные средства. А вот у них такая защита от всяких неудач из глазов. А вот это злачное, наверное, место. Вон с пивом стоит человек. Точно, винная лавка и бар. Вот такой бар, чтобы не засиживались. Кругом всякие бутылечки. Как у нас они? А, настойка боярышника типа, наверное. Фу, даже пахнет. Побывать в Раджастане и не увидеть слонов и верблюдов – это
Так не должно быть. Я сегодня уже Саше говорила, что мне нужны слоны и верблюды. И сейчас они меня везут в очень интересную деревню, где есть и слоны, и верблюды. Сейчас моя мечта сбудется. А вообще я все сохранила, всю информацию собирала непосильным трудом. Все сохранила на USB. И сейчас не могу нигде распечатать. Рамадан, почему-то у них закрыты эти лавочки. В общем, вчера только читала, как Наталья Бехтерева говорила, нейрофизиолог, директор института мозга. Она говорила, что хорошо иметь записную книжку, но все равно, говорит, у меня даже тоже она есть, записная книжка. Но старайтесь запоминать сами все своим мозгом. Мозг надо напрягать и развивать. И вот я все про эту деревню сохранила, а распечатать не смогла. Поэтому вот зря я не напрягла эту мышцу, мозг. И не попыталась просто запомнить. Скопировала, и все. Вау, как симпатично. Ну вот, наконец-то я увидела такие, на самом деле, красивые строения, стены. Я вчера читала цитаты Бехтеревой. Ой, вот они готовятся, товарищи, к свадьбе. Они повезут вот эти вот свет, фонарики вокруг гостей и пары. Наверное, мы что-то увидим вечером красивое. И искала у нее, значит, цитаты про любовь, что она считает насчет любви. И она сказала, что с точки зрения мозга любовь немного похожа на невроз. Ну, в общем, похожа немножко на болезнь. Говорит, и, конечно, если и тут и химия задействована, и если есть химия, то есть и противоядие. Ой, вот они, вот будущие музыканты красивые тоже. Ой, какой дворец. Никто на меня внимания не обращает. Бирла? Да, нет, Бирла. Авто. What is it? Что это? Parliament. Ага. Politician, where they sit. Где сидят политики и делают денежки. No market. No market. Very big business. Big business. Bigger than market. В общем, понятно. Правительство Раджастана располагается в Джайпуре. Раньше это было 22 отдельных княжества, королевства. Раджастан. Ух ты, какая симпатичная штука. Жили племена Раджпуты. Такая искусственная пальма. Арт-палм. Yes, palm tree. Palm tree, yes. Art. Africa. So, only kya? This is very big park garden. This is polo club. Это клуб, поло-клуб. Богатые люди играют. Have you ever been there? Play?
Not polo, but I often go for jogging here. Он там бегает. Он не играет в поло, но бегает там. Один круг 4 километра. You jogging every morning? No, not every morning. No, too much. Before. Раньше. Не каждое утро. Лези? How old are you, Лези? 38. Ага, 38 ему. Сейчас он уже ленивый стал. Я говорю, сколько тебе лет, ленивый парень? 38. Where? This name mentioned there. Вот это самый большой, говорит, дорогой. Very expensive, very expensive. Очень дорогой отель. Рам Бак Палас. Вот этот, вот сейчас посмотрим. Издалека. What you think? You have idea how much room there? About $300. Около $300. $300 to maybe $1,000. От 300 до 1000 долларов. Ну, там, наверное, да, для президентов, наверное. For very important persons. Because this here is opposite, this is stadium. Потому что там напротив стадион, спортивный стадион. Там, когда приезжают игроки, они останавливаются здесь. Так, очень прямо мне хочется посмотреть, где. They play cricket. Cricket. Very famous game in sports in India. Это игроки в крикет, которые. Я хочу посмотреть хотя бы ворота этого крутянского отеля Рамбахан. Рамбаг. Рамбаг. И собаки. Да. Ой, I hiding. Говорит, если они увидят, что ты делаешь видео, они с тебя штраф возьмут 500 рупий. What is it? Махараджа? Yes. Церемония Махараджа слоны. Ну и, естественно, она металлическая. Слоны, слуги. Господи, какая утомительная жизнь у этих махараджей. That is the biggest showroom of jewelry. Вот это, да? Ага. This is entrance of the stadium. This entrance, you know this Arjun. I know Arjuna. This is Arjuna. Brothers, Pandavas. Arjuna, yes, yes. Вот это вот Арджуна, это ученик Кришны. Arjuna is not only brother of Pandava, he is himself Krishna. Да. I told him. Вход в стадион. Arjun, мера. Yes, yes. Ой, ура, слон! Вау! Извиняюсь. Чуть водителя не пришибло. Вот это вот самая большая шоурума... Большой шоурум украшений, джуэлери. Хороший. Драгоценностей. Хороший, да. Bring lot of credit cards. Is it... possible to come inside, everybody who want? Yeah, everybody can go. They will check if they have money or not. Говорю, все могут туда прийти. Выставочный зал, короче. Так. Это большой шоурум, наверное, его банды на яре. Прекрасно. Вечером. А, эк банды на яре. Мутисенс. Такой вот шоурум. Ой, надо сходить. Хорошо, хорошо. Идет такой слон вообще по улице. Нормально? Нормально? Слон по улице идет. Еще какой-то дворец. Тоже, наверное. Отель, думаю.
Gandhi. Mahatma Gandhi. Very hot, he become black. Now he's on the money now. No? Huh? Now he's on the money. Money сейчас paper. Он на деньгах, на всех деньгах Махатма Ганди. Махатма Ганди марч. Махатма Ганди не ну тайгал где-то. Современные девушки, ну вообще штат хороший, особенно тем, что они пристегиваются и пассажира просят пристегнуться, я прямо ими горжусь. Цветы висят на фонариках. Красиво украшено. Это мы в какой-то выбрали себе вроде бы по виду в интернете, похожий на дворец, а оказались на какой-то улице такой злачной. А вон тут какие места-то. По $1000 комнаты есть, отели. Вот где надо селиться. Потом. Сейчас пока денег нет. Павлинчик. Да, где-то статуя. Да, вон национальная птица Индии, павлинчик. Вот из этого. Что-то вот такое красивое. Шоурум, наверное. Мерседес. Вот из их шопинг-центр. О, похоже прямо даже на Эмираты. Что-то красивое. Вольтед парк. Молодцы. This is new? It's, yeah, 4-5 years ago. 4-5 лет назад построено. Вот. Прекрасно, замечательно. Очень красивый шопинг-центр. Срочно надо пошопиться. Туристический Джайпур сафари. Ух ты! World Trade Park. Прекрасно, прекрасно, замечательно. This is a circle, big circle they just made for attraction. Это просто для впечатления, большой круг такой вот. What is it? That is hospital. Это госпиталь тоже, какой красивый. Вот она, где вся красота-то прячется, Джайпура. Прекрасно. Люди вот отдыхают, лежат. Прямо на травке. На улице очень тепло. Хорошо у родственников. Машина с кондиционером. Нам тут прохладненько. А на улице довольно жарко. Даже печет, можно сказать. Тут рядом аэропорт, поэтому самолеты летают. Вот name Джайпур аэропорт. Сангане аэропорт. Сангане. Сангане. Красиво как называется. Это потому что это место, вот район, Сангане называется. И аэропорт поэтому Сангане. О, как набились. This is India. I see. Это настоящая Индия, он говорит. Да, я вижу. What is it? What is it? This I don't know. Maybe it's a part of maybe airport. I don't know. Он говорит, не знаю, может быть, это часть аэропорта. Возможно, да. Мы собираемся
деревню, которая называется Чокидани. Очень особенное место. Вот, как сказал водитель, километров 25-30 отсюда. Вернее, от его дома. Еще он висят на машине, прям висят гроздями. Ничего не поняла. Красный свет, все поехали. А, ну вот уже зеленый. Ну ладно. Но все равно ничего не поняла. За несколько секунд до красного поехали. Прекрасные ворота. На одной машине сколько народу висит? Это Crown Plaza Hotel. What hotel? Crown Plaza. Crown Plaza. Пять звезд. Крутянский отель. Take video here. Yes, yes. Индия. Это Индия, детка. Вот она. Crown Plaza. Чокидани. Вот она. Маленькая деревня. Смотри, висят, вон они. Господи, сколько их набивается. И на крышу. Это же... Это нормал? Очень красивый парень уже нас встретил. А мы подождем, вернее, мы пойдем потихонечку, а он нас догонит.